приветствовать на открытии фотовыставки под названием «Красноярск. Одна большая многонациональная семья». Громкие аплодисменты. Проект «Красноярск. Одна большая многонациональная семья» представляет собой передвижную фотовыставку, посвященную году семьи в Российской Федерации. Выставка призвана привлечь внимание к вопросам развития и укрепления семейных отношений, сохранения исторической памяти и укрепления преемственности поколений многонационального народа России. Семейное тепло и любовь, запечатленные на каждом портрете, олицетворяют основу благополучия и процветания будущих поколений. В Красноярске проживают представители 147 национальностей. На выставке представлены фотопортреты семи разных национальностей, проживающих в Красноярске. Это семья Габриэлян, представляющая армянский народ. Это семья Уркунбаев, представляющая киргизский народ. Семья Чубаров, представляющая польский народ. Семья Округиных и Личенко, представляющие русский народ. Семья Дангак, представляющие тувинский народ. Семья Курбанов, представляющие узбекский народ. И семья Гаюрских, представляющие коренной малочисленный народ Крайнего Севера Эвенки. Семьи, изображенные на портретах, состоят из 2-3 поколений. Они все одеты в национальную одежду своего народа, что утверждает самобытность и национальность характера, культуры, традиций и обычаев. Дорогие друзья, всем добрый день. Безумно приятно видеть то, что гранты, которые выигрывают студенты, выигрывает молодежь, реализуются вот в таком формате. Понятно, что семья является полноценной ячейкой общества, но помимо этого семья – это еще и часть нашей огромной страны. Как сказал президент в этом году, Россия – это семья семей, ну а мы можем здесь увидеть как раз-таки семь этих семей, у которых есть свои традиции, о чем говорила Екатерина Владимировна. Это, безусловно, очень важная история абсолютно для каждой ячейки общества. Я знаю, что ребята еще готовят QR-коды на видеоролики с традициями этих семей. Так вот, я хочу вам сказать о том, что вы, как будущие, наверное, хозяева своих ячеек, своих семей, тоже формировали традиции. Понятно, что традиции формируются не просто так, они формируются из года в год, из поколения в поколение. Можно познакомиться с тем, какие есть традиции у других семей, но обязательно нужно помнить и чтить свои. Ну и, конечно же, нужно помнить о том, что семья – это основа нравственности нашей страны. Поэтому я, во-первых, хочу пожелать, чтобы как можно больше красноярцев увидели эту чудесную выставку, ну а во-вторых, чтобы мы дружили с семьями и помнили, что Россия – это семья семей.